Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я Мария Шахудинова, эксперт по созданию счастливой и богатой жизни. И сегодня мы поговорим на такую тему, как «Желая большего, теряя меньше». На примере «Я хочу увеличить свою прибыль, я хочу увеличить свои доходы». Что происходит? Вы посылаете запрос во Вселенную, да, то есть «Я хочу». Я вижу, как мои доходы увеличиваются, я вижу, как моя прибыль растет. И начинают происходить в жизни человека такие вещи, как на работе вроде бы все, там, где вы работаете, вроде бы все было гладко, да, все хорошо, вы были успешным сотрудником, и вдруг начинают происходить какие-то вещи, то есть такое ощущение, что вас как будто бы выпирают с этой работы. Начинают происходить ссоры, скандалы, начальство вами недовольно, хотя до этого вроде бы все было прекрасно и вам нравилась эта работа. Ну да, там хотелось бы прибыли, конечно, побольше. Но я же себе нарисовал, например, что я создам свой успешный бизнес, но как бы так потихонечку, гармонично для меня. То есть вот он у меня здесь встанет на ножки, мой бизнес, а потом я потихонечку уйду с работы. Знаете, здесь я могу вот что сказать. Не всегда так бывает. Это у единиц, наверное, так происходит, когда так мягко и гармонично переходит вот этот переход, да, то есть происходит этот переход. Как правило, бывает как? Вы создали, прописали цели, да, и что начинает происходить? Вас реально выпирает с вашей работы. Вас Вселенная толкает на движение вперед. Давай, двигайся вперед. А вы уже знаете, что выход за рамки вашего комфорта, да, вашего привычного, это всегда неуютно, это всегда некомфортно. И если вы не слышите, если вы не понимаете, то Вселенная начинает вас больнее и больнее стучаться до вас, чтобы вы услышали. Она вам говорит, ты заказывал, получи, что ты ждешь, что ты сидишь, давай вперед, иди уже, ищи, иди создавай, иди осознай себя, получи свое, осознай свое дело души. Да? А вы, не-не-не, подожди, да, я хочу, но давай вот так, я здесь посижу, ну вот это местечко. А ты мне дай. Нет, мои дорогие, так не получается. Так не происходит. Поэтому важно понимать, если вы стремитесь к увеличению вашего дохода, значит, здесь важно действовать, двигаться вперед. Да, неуютно, да, некомфортно, но результат того стоит, поверьте мне. И поэтому вам важно осознавать, если вы заказываете больше, значит, готовьтесь к тому, что будет что-то непривычное, некомфортное, то, что никогда вы раньше не делали. Возможно, вас толкнут на какое-то другое обучение, да, Вселенная вам укажет путь, что нужно чему-то новому обучиться. Будьте готовы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные, интересные видео. И до новых встреч! С любовью к вам, Мария Шахудинова, эксперт по созданию счастливой, богатой жизни.